Несоблюдение правил дорожного движения и невнимательность и спешка как водителей, так и пешеходов становится причиной аварий. Профилактика ДТП с участием пешеходов находится на особом контроле госавтоинспекции Самары, чтобы напомнить участникам дорожного движения о необходимости быть внимательными на пешеходных переходах, проходят рейды. Сегодня инспекторы ГИБДД дежурили на пересечении улиц Ставропольской и 22-го партъезда. По статистике, зарегистрировано на территории города Самары более 1000 дорожно-транспортных происшествий. Треть дорожно-транспортных происшествий связано с наездами на пешеходов. Связано не только с недисциплинированностью водителей, но и связано с тем, что неумение пешеходов вовремя спрогнозировать тормозной путь автомашины и тем самым убедиться в безопасности своего перехода проезжей части, в том числе и на нерегулируемых пешеходных переходах. Инспекторы напоминают, не стоит рассчитывать на невнимательность водителей. Прежде чем шагнуть на переход, пешеход должен убедиться, что водитель его видит и снизил скорость автомобиля. Особенно осторожными пешеходы должны быть зимой. В гололед тормозной путь увеличивается втрое. Увидев экипажи ДПС, самарские водители пешеходов пропускали, но их все равно останавливали, чтобы вручить небольшие подарки. Пешеход в приоритете. Самое главное, чтобы пешеход не забывал то, что он также участник дорожного движения, и то, что он тоже должен соблюдать правила и все-таки тоже думать наперед. Раньше было, наверное, все-таки похуже, потому что и бегали, и торопились, и не обращали внимания. Но сейчас больше сонных идет и в планшете. Или это немножко раздражает, но с терпением относимся, потому что все же люди должны любить друг друга, уважать. За переход в неположенном месте для пешеходов предусмотрен штраф в 500 рублей, а водителям, не пропускающим пешеходов, грозит наказание на сумму до 2500 рублей. Но во время сегодняшнего рейда нарушителей не выявили. Елена Чернявская, Николай Сидоров. События.